Всем привет! Автосалон Hyundai. Давайте зайдем, посмотрим цены, что предлагает, какие машины есть и так далее. Hyundai Creta Travel Plus Advanced 1.6, 6-ступка автомат, передний привод. И в итоге машина стоит, ну, с допом, естественно, 1 267 000 рублей. Линзованный свет. Туманки. Повторители провода в зеркалах. Понятно, что рилинги, пластиковый вес по кругу. А давайте уже обойдем. Редко креты бывает в салоне. Почему-то черный акулий плавник. Не в цвет кузова. Хромированные ручки. Креты сейчас тоже подорожали. Бесключевой доступ. Давайте посмотрим. Такая накладка на пороге. Тканевое сиденье, бокс, подлокотник. Он мягкий. Автомат, экранчик. Кнопка запуска двигателя. Ну вот так. Трехступенчатый подогрев сидений. Подогрев руля, помощь при спуске, климат-контроль, ну и так далее. Руль в коже, мультируль, куча кнопок. По вылету и по высоте руль регулируется. Идем дальше. Еще раз цену посмотрим. С допами, повторюсь, машина стоит 1 267 000 рублей. Идем дальше. Новый Тусан. На комплектации у нас Family 2.0 6 МТ, полный привод, 150 лошадиных сил. Из допов стоит сигналка с автозапуском, защиты картера и ковры салона. И в итоге машина стоит 1 622 000 рублей. Машина в белом цвете. Очень неплохо смотрится. Тоже линзованный цвет, туманки, все здорово. Здесь литье стоит, отлично. Резина Хэнкук, пластиковая защита, повторители поворотов в крыльях, на крыше рейлинги. Давайте посмотрим, что здесь. Тоже тканевое сиденье, но зато бокс, подлокотник в коже. Экран такой большой. Механика 6-ступка. Климат-контроль. Ну и тут тоже много чего, всяких кнопок. Кожаный руль, мультируль. По высоте, по вылету тоже он регулируется. Отлично. Ну и давайте посмотрим, что здесь сзади. Видите, тут кто-то уже тоже присматривал. Практически почти. Ну, за малым ровный пол. Отлично. Все это, видите, как огромное такое просто место, то что-то можно перевозить, такое крупногабаритное тоже. Замечательно. Идем дальше. Что тут? Санта-Фе. Комплектация комфорт 2.2. 6-ступенчатый автомат, полный привод. 200 лошадиных сил. Из допов ковры салона. И цена машины 2 228 120 рублей. Так она смотрится. Очень даже симпатично. Повторили повороты в зеркалах. Здесь что-то с рейлингами я не вижу, чтобы они были. Антенна, кулинг, плавник. Тут по всему периметру стекла, видите, это хромированная окантовка. Вот так смотрится зад машины. Очень достойно. Ну, давайте посмотрим, что тут в салоне. Такая карта дверей, довольно-таки симпатично сделана. Все отделано мягким, замечательно. Электроскладывание зеркал. Все электростеклоподъемники, все авто. Круто. Что тут? Кожаный салон. Большой бокс-подлокотник. Тоже, видите, здесь сиденья эти разложены. И получается вот просто огромное, да, пространство сзади.
получается. И тоже почти ровный пол. Отлично. Правда, здесь небольшой экранчик такой. Но, тем не менее, вот так все это смотрится. Запираемый бардачок. Руль в коже, понятно, что тоже мультируль. Все здорово. Тут тоже куча-куча всяких регулировок. Здесь твердое, здесь мягкое. Ну, стандарт. Двери хорошо закрываются. Hyundai Sonata. Комплектация автомобиля Classic 2.0. Шестиступенчатый автомат, 150 лошадиных сил. Из допов салона и багажника. Тонировка. Цена машины 1 миллион 415 тысяч. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, что не надо путать, указано, да, цена автомобиля в базе столько-то, да. У нас сразу что указано, комплектация Classic, то есть это уже далеко не база, правильно? Чтобы опять же не говорили, что, мол, ковры салона и тонировка стоят 200 тысяч почти. Цена вот этой машины в комплектации Classic с этими допами, она уже будет стоить вот 1 миллион 415 тысяч. Не надо путать. Вот так у нас смотрится машина сбоку. Отлично, линзованный свет. Низ в хроме. Да тут вообще много-много всего. Тут вот тоже прямо отсюда идет хром и пошел туда. Вот окантовка туда пошла аж до конца. Красивое литье. Большая эмблема. Тут еще такие вставки тоже, видите, сделаны из хрома. Ну что, по-своему прикольно. Давайте смотреть, что тут. Ну, симпатичное литье. Да, резина Хэнкок. Здесь уже спереди ворсовые локеры. Повторили повороты в зеркалах. Здесь хром на ручках. Антенна акулий плавник. Ну что, давайте посмотрим, что тут. Тканевое сиденье, такая материя хорошая, вот прям, я так понимаю, она износостойкая, замечательно. Тут накладка Sonata, здесь тоже все мягким отделано, красиво, все четко ходит, не люфтит, все замечательно. Тут что, экранчик, правда, небольшой, но у нас и не топовая комплектация, согласитесь. Зато здесь, обратите внимание, такая шторка, автомат. Отключение датчиков парковки, выбор режима. Тут бокс-подлокотник большой, вот, кожаный, хорошо. Ну и тут тоже двузонный климат-контроль. И пошло-поехало, куча-куча кнопок. Руль в коже. Вот может руль чуть-чуть маленький, или просто кажется так сбоку. Он тоже в коже. Есть регулировки по высоте и по вылету. У водителя и у пассажира, видите, авто, электростеклоподъемники не все, но еще и авто. Так, и тут что у нас еще, складываем зеркала, замечательно. И тут, видите, есть бокс-подлокотник, вот такой салон, неплохо. Еще раз посмотрим, сколько стоит машина такая. С допами она стоит 1 миллион 415 тысяч рублей. Просто сейчас недавно все это чуть подорожало. Поэтому, как бы, может, цены такие кажутся. Ох. Еще одна Sonata. Уже в белом цвете. Круто. Смотрится. Вот это здесь хром прям четко так выделяется. Именно вот на белой машине. Здесь он несколько теряется, мне кажется. А тут все-таки вот так более так выражен. Что тут? Это у нас комплектация бизнес 2.4, шестиступенчатый автомат, 188 лошадиных сил. Из допов здесь ковры салона и багажника. И цена машины 1 миллион 745 614 рублей. Вот как хотите. Передние датчики парковки. Повторили повороты в зеркалах. Куча хрома. Ручки хромированные. Здесь бесключевой доступ. Резина Хэнкок. Тоже симпатичное литье. Спереди и сзади ворсовые локеры стоят. Замечательно. Так, размерность какая у нас? 215-55R17. Тоже неплохо. Сзади датчики парковки. Двойные патрубки.
антенна акулий плавник. Ну и уже в бизнес версии, видите, здесь электрорегулировки сидений. Здесь уже идет электронный ручник, большой экран и так далее. Ну что, неплохо. Зачетно, зачетно. Идем дальше. Запираемый бардачок. Давайте откроем, посмотрим размеры микролифт. Ну, как-то так вот. Для ручки крепления. Хорошо. Давайте еще раз цену посмотрим. Мягенько закрываются двери. Отлично. Еще раз посмотрим. Комплектация бизнес и цена машины 1 745 614 рублей. Hyundai Santa Fe Dynamic 2.2, 6-ступенчатый автомат, полный привод, 200 лошадиных сил. Из допов ничего нету. Цена представленного автомобиля 2 миллиона 354 тысячи рублей. Такой красивый цвет, серебристый металлик. Очень даже достойно смотрится тачка. Рейлинги на крыше, линзованная оптика, туманки, тут все по уму. Симпатичные диски, резина Хэнкук, пластиковая защита. Повторители поворотов в зеркалах, хромированные ручки, здесь бесключевой доступ. Хромированная окантовка стекол. Давайте посмотрим, что здесь предлагает. Накладка Санта-Фе, такой экранчик небольшой, кнопка запуска двигателя, тут тоже еще есть эти заглушки, ну и тут тоже вот сиденье опущено, видите, спинка и как тоже все разложено, практически почти ровный пол, там маленькая ступенечка, а так тоже просто огромное пространство, можно что-то такое крупногабаритное перевести, ну тут все понятно. Климат-контроль и так далее, циркуляция. Экранчик, правда, вот слабоват, мелковат, но какой есть. Еще раз давайте посмотрим. Здесь полный привод. Да, полный привод, 200 лошадей и 6-ступенчатый автомат. Без допов машина стоит 2 миллиона 354 тысячи рублей. Идем дальше. Hyundai Solaris. Радикальный черный цвет. Все простенько. Смотрим. Да, комплектация комфорт 1.4 на ручке. 100 лошадиных сил. И из допов здесь стоит автосигнализация с автозапуском. Сетка бампера и ковры салона. Цена машины с допами 821 400 рублей. Еще раз давайте посмотрим. Простенькие фары. Ну и что у нас тут предлагается? Повторители поворотов зеркала. Это в крыльях. Так, тут что? Датчиков парковки я не вижу, их нету. Кнопки здесь тоже нету. Открытие багажника. Что дальше? Пластиковая защита. Сзади стоят барабанные тормоза. Тут что? Давайте посмотрим. Механика шестиступка, подлокотника нет, ну такой небольшой экранчик, ну в общем и все. Ну кондиционер, понятное дело, что здесь есть, подогрев сидений, да, он двухступенчатый, все это понятно, руль по вылету и по высоте регулируется, ну в общем как-то так, такой минимум. Достаточный. Закрываем. Двери неплохо закрываются. Отлично. Еще раз посмотрим. Комфорт 1.4 6 МТ. И с допами, сигналка с запуском, сетка бампера и кроссалона. Машина стоит 821 400 рублей. Вот такой вот Солярис. В черном цвете. Идем дальше. Ну, собственно, вот мы с вами посмотрели машины. Элантра нету. Цены вы все прекрасно видели. Пишите, комментируйте. Все. Всем пока. Счастливо.